Конкурс «Вместе в цифровое будущее» провели уже в 8-й раз. Основная задача этого проекта – поддержка объективного освещения инноваций в IT-сфере и телекоммуникациях. Цифровизация как бы шагает по стране очень активно. Я думаю, нужно об этом в первую очередь людям рассказывать доступным языком, чтобы они знали о новинках и могли тоже их приобрести и применять в своей жизни. Нашу редакцию на региональном этапе представила специальный корреспондент Юлия Савушкина с программой о переходе на цифровое вещание. Активное участие тамбовских журналистов отметили подарками и благодарственными письмами. Победителей, в числе которых и журналисты из Мичуринска, ждут в Калининградской области. Призовое место в следующем всероссийском этапе подарит поездку в компанию «Эриксон» в Швеции.